Прямо к порогу администрации в окружении народа пришел в первый рабочий день новоизбранный президент Украины. Сегодня Владимир Зеленский проводит встречу с главами фракции Верховной Рады относительно роспуска парламента. Когда украинский лидер вошел на территорию администрации, охрана попыталась закрыть металлические ворота, но новый лидер самостоятельно открыл врата. В итоге все желающие провели Зеленского прямо к порогу здания. Напомню, Владимир Зеленский уже подписал свой первый президентский указ, согласно которому принял на себя полномочия Верховного Главнокомандующего.